На уходящей неделе установилась вполне комфортная погода. Холодный атмосферный фронт немного остудил жару. Однако дождевые тучи, сопровождающие продвижение атмосферных фронтов, приносили ливни, грозы. Похожая погода будет и в следующие 7 дней. Умеренно теплая, с грозовыми дождями. В первую половину недели атмосферными процессами будет управлять циклон с центром над Скандинавским полуостровом и связанные с ним атмосферные фронты, вслед за которым в страну будут поступать умеренно теплые влажные воздушные массы. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы будут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов. Днем ожидается от 24 по северо-западу до 30 по юго-востоку. В середине недели 19-25, по югу на пару градусов теплее. По предварительному прогнозу, во второй половине недели территория нашей страны будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. С северо-запада Европы начнут поступать более свежие воздушные массы. Будет преобладать облачно с прояснениями погода. Временами пройдут короткие дожди, возможно, грозы. В ночные и утренние часы – слабые туманы. Ветер северо-западный умеренный. Преобладающая температура воздуха ночью – плюс 12-18, днем от 22 по северу до 27 по югу нашей страны. В целом средняя температура воздуха ожидается близкой к своей климатической норме.